Всем привет, это Психоартур. Внезапно, спустя 2 месяца, не делание видосов для Пророк ТВ, я что-то решил, почему бы и нет. Все-таки народ, видать, ждет, сидит, думает, вот где же видосы, ведь 30 тысяч подписчиков, а видос никто не пилит. А-тя-тя, нельзя так. Поэтому сегодня у нас 59.16 и Windstorm. Вообще, с того момента, как я делал последний видос для Пророк ТВ, прошло уже дофига времени, у меня там заставочка даже появилась. Вот, в начале видео, я думаю, вы заценили. Ну, в целом, подросло качество видео, качество записи звука. Вот. Ну, в общем, все четко. Развиваю свой канал собственный. Ну, а сюда буду заливать видосики во вторую очередь, то есть, когда уже для своего канала все сделал. Ну и, собственно, этот бой я выбрал не просто так. Здесь нас ждет неплохой такой нагибчик. 59-16 из всех ЛТ — это сейчас мой практически любимчик. Я сейчас, собственно, покажу вам почему. На Винстурме в первую очередь нужно ехать на центр. Особенно учитывая то, что я попал здесь практически в топ списка. И вот наблюдайте, как действует просто гений на МТ-25. То есть чувак поехал туда же, но отхватил от меня полный пукан снарядов, теперь отхватил еще от артиллерии и просто с автоприцела ушел в ангар. Simple 16.01. До свидос. Вот. Хэштег классный МТ-25 ЛТшка. Ну, он же маневренный, да, все такое. Вот, тем временем, как 59-16 спокойно его может накручивать вокруг всяких домиков и горок. Продолжаем здесь кататься, и следующая цель — пантерка. Вот эта вот хрень 7 уровня попытался что-то там повыцеливать, я остановился резко, чувак еще задержался так на секунду, прям зацелился и таки выстрелил в меня. А я здесь сдерживаю его, как стандартная СТ-шка, и ничего, что у него 7 левел и он СТ с 1300 хп. Вот, как только он отвлекается на союзника, который сбоку его решил немножко подкрабить, я тут же захожу ему в борт, автоприцел просто раскидываю. Мог бы в теории пробивать его бэхами, но машина у меня заточена под нагиб в самом низу списка, поэтому тут фул голда. Такие бои вообще в нубке редкость, ну я их, собственно, стараюсь заканчивать с как можно большим количеством дамага в конце. И так уж не повезло мне немного, вот как раз этот М10 вонючий перед своей смертью успел мне плюнуть фугасом в лоб, я не знаю, зачем он заряжал фугас. То есть, ну, какая в этом логика? Чири пробивать фугасом? Да не пробил бы он. Я не знаю, меня фугасом пробить? Он тоже не пробил, он нанес мне 43 дамага. Но самое печальное, выбил мне гребаного, блин, мехвода. Кстати, я только что танканул КВ-1. То есть, все-таки корпус с формой от Type 59, это вам не это. Вот. Танковать можно. Ну и, как бы, вот этот чувак мне выбил мехвода, а у меня здесь нету гребаной этой чинилки для пацанов, сидящих внутри, аптечки. Вот. Короче, аптечки нету, потому что у меня здесь все забито доп. Пайками, маслами, и они там все обмазываются и крутят педали просто в 3 раза быстрее. Вот. Но ноги продолжаются, уже за 1000 урона перевалило. Лечу здесь просто без мехвода как могу. То есть, я так понимаю, управление происходит по типу командир там ногами толкает труп этого мехвода, и тот просто чвякает об эти рычаги и кое-как там поворачивает, лизует. Здесь я нахожу пацанчика, который стоит, отдыхает и спокойненько себе прокачивается ДМ6. Ехмда. Так, неловкий момент, когда пишешь гайд, и тут такой чихнул, короче. Вот, ну, а пока я тут чихал, я добил Т1 Heavy. И, в общем, продвигаюсь дальше, 4 фрага, и нацелился я по конкретному здесь на Вайна. Вот это я точно помню, я уже знал, что просто мне Вайна. И вот добиваю артиллерию, думаю, ну все, все, сейчас все. Вот просто добиваю кого-то из этих СТ-шек 7-х и просто заканчиваю бой офигительно и красиво. Но тут внезапно мне накидывает Т-20, прям вот не ожидал я от него такой ловкости и прыткости, что он успеет мне вот в промежутке, когда я пролетаю, мне накинуть. Ну, всему виной, на самом деле, выбитый мехвод. Если бы у меня был мехвод, я бы, наверное, и 8 фрагов сделал, потому что я смог бы быстро перемещаться и
у меня бы никто ни хрена не попал. Вот, а так мне, я остаюсь ваншотным, и поэтому мне приходится здесь очень аккуратно действовать. А, такая ситуация уж печальная, что союзников адекватных мало. Вот, я тут с 5 фрагами один такой бегаю, что-то нагибаю. Вот, а остальные просто вполне-таки могут бой слить. Поэтому я здесь немножко осторожничаю, думаю, ну мало ли там. Вот, ну, все же вижу, что рядом здесь пушечки с большой альфой. Вот, поэтому чувствую, что может мне и не хватить вот этого фражика Т-20, то есть, скорее всего, его заберут. Поэтому думал как-то его по ДПМчику вынести, но все-таки он на меня палит, поэтому приходится отступиться от этой цели. Вот. Тем временем наши ПТ-шки потихоньку уже подбираются поближе, и вот, вот мой шанс. Я сейчас уже был готов взять воина, вот он, вот 3, 2, 1, Е-25, ты серьезно? Ты серьезно? 18 хпшный ты на ум 74. Я, конечно, понимаю, может это был твой первый фраг там за последние 4 боя, и ты просто очень рад, что наконец-то сделал фраг, кого-то убил. Но нахрена ты это сделал, на ум? Просто испортил мне вот всю малину. Я прям уже доедал этого Т-20. У меня, блин, уже 1600 дамажки. Вот, вот на воина иду. Вот она, 44, беззащитный. Куда? Куда он убегает? Ну, ё-моё. Вот, вот, вот что за бред? Сейчас я совершу главную ошибку. Я не взял его на автоприцел. Точнее, не так, я взял его на автоприцел. Вот только вот поздно. Поздно взял на автоприцел. Ну вот как можно быть таким днищем, я не знаю. Кстати, меня даже узнал кто-то. Хехмда. Не дали мне вайна. Просто не дали вайна. Плацк-плацк. Рак на фул голде, не взял вайна в топе. Вот, на ЛТшке. В общем, бой получился веселый. Я думаю, подписчикам ProRTV, заскучавшим без видосов, эта тема вся повеселила. А так, вообще, подписывайтесь на мой канал основной, подписывайтесь на ProRTV, если вы вдруг зашли сюда так вот случайно. И всем удачи!